уважаемые, дорогие наши выпускники, уважаемые родители. Ну вот пришел тот долгожданный момент, которого ждут все, наверное, без исключения. И в большей степени, наверное, учителя. Но, несмотря на это, помните всегда, что учитель, как бы он ни относился к вам, он относится только с искренней любовью к вам, уважением и стремлением к тому, чтобы сделать вас чуть-чуть лучше, чуть-чуть умнее, чуть-чуть мудрее, чем сами учителя. И вот сегодня счастливый момент, когда мы, администрация школы, подводим итог. Итог девятилетней трудоемкой работы, которая, надеюсь, увенчалась успехом. И вы, наверное, видите, что в руках у Марины Владимировны очень красные, как мы раньше говорили, аттестаты. Аттестаты с отличием. К сожалению, можем сказать, что пока сегодня не все получат аттестаты. Надеюсь, что в ближайшее время 100% мы эти аттестаты вручим нашим выпускникам 2018 года. В соответствии с законом об образовании Российской Федерации, на основании результатов итоговой аттестации, сегодня мы вручаем аттестаты об основном общем образовании. Аттестат об основном общем образовании вручается Осиповой Дарье Павловне. Также аттестат об основном общем образовании с отличием вручается Галыгиной Надежде Дмитриевне. Вот немножко мы поторопились, поспешили, пока я объявляю следующего нашего выпускника. Небольшая формальность. Роспись получения 1000 долларов. Итак, аттестат об основном общем образовании с отличием вручается Гвоздкову Максиму Александровичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Баранниковой Елене Владимировне. Аттестат об основном общем образовании вручается Болдиновой Полине Евгеньевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Кириллову Алексею Андреевичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Кудряшову Кириллу Александровичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Купцовой Дарье Владимировне. Аттестат об основном общем образовании вручается Леонтьеву Сергею Вячеславовичу. Аттестат об основном общем образовании.
жалование вручается Липаеву Алексею Дмитриевичу. Основном общем образовании вручается Лукину Валентину Евгеньевичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Максимову Павлу Николаевичу. Вручается Михайлову Павлу Дмитриевичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Николаевой Дарье Алексеевне. Об основном общем образовании вручается Петикиной Юлии Александровне. Аттестат об основном общем образовании вручается Плаксиной Виктории Алексеевне. Об основном общем образовании вручается Смирновой Екатерине Николаевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Степанову Ивану Валерьевичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Фроловой Дарье Сергеевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Хлебниковой Елизавете Валерьевне. Об основном общем образовании вручается Шипунову Данилу Павловичу. Ну что ж, ну вот прошла официальная часть нашего сегодняшнего праздника – вручение аттестатов. Хочу еще от себя добавить самое главное, что, наверное, ждет любой родитель, ну и любой выпускник, любой человек на этой большой планете Земля, чтобы быть нужным человечеству. А это, с одной стороны, очень легко и очень тяжело. Поэтому каждый, пусть из наших выпускников, найдет тот единственный верный путь, который приведет его через всю долгую-долгую жизнь. Добрый путь.